Продается ангар в центре города. Отопление, вода, туалет, сауна, видеонаблюдение, сигнализация. Ремонтная база для техники. Цена 4 миллиона 500 тысяч рублей. Кирпичный гараж в ГСК «Энергетик» с отоплением. Цена 180 тысяч рублей. Обращаться вы можете по телефону 8-912-958-06-33. Продается действующий продуктовый магазин площадью 180 квадратных метров по адресу Печорский проспект 64Б. Отдельно стоящее здание. Земля в собственности 400 квадратных метров. Цена 5 миллионов 900 тысяч рублей. Обращаться вы можете по телефону 8-912-958-06-33. Обучают заработку на криптовалюте. Показывают все актуальные методы заработка. Инсайдерская информация, пошаговое обучение и поддержка на всех этапах работы с биржами, обменниками и кошельками. Обучают где и как выгодно и безопасно покупать и хранить криптовалюту. Обучение платное. Телефон 8-963-487-50-94. Продается двухкомнатная квартира на четвертом этаже в доме номер 21 по улице Ленинградской. Цена 900 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-912-954-45-58. По многочисленным просьбам ярмарка шубфабрики города Пятигорска продлевается с 25 по 30 марта. Продажи все меха, а также дубленки по низким ценам. Рассрочка платежа до 3 лет без первоначального взноса и только по паспорту. Акция «Меняем старую шубу на новую». Спешите, время выгодных покупок. Адрес: торговый центр «Радуга», улица Советская, 36. 10 до 19 часов. Продается двухкомнатная квартира на пятом этаже площадью 52,3 квадратных метра в доме номер 33 по улице Пионерской. Цена 1 миллион 200 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-912-131-50-77. С 30 марта по 4 апреля с 10 до 19 часов по адресу улица Октябрьская, 12, бывший магазин «Интерьер», состоится ярмарка распродажа для всей семьи. Текстиль, трикотаж, одежда и обувь, производство России, Беларуси, Узбекистана, Турции, Индии. Обувь мужская и женская, куртки, пуховики, спецодежда, халаты, туники, постельное белье, подушки, одеяло, пледы, полотенца, колготки, джинсы, брюки, майки, футболки, детский трикотаж, термобелье, носки, сумки-клатчи. Большой ассортимент рубашек, сорочек, тельняшек, чулочно-носочных изделий, покрывал и многого другого. Внимание населения! 30 марта с 14 до 15 часов в Печорском филиале Республиканской общественной приемной главы Республики Коми пройдет прямая линия на тему о вопросах деятельности участковых уполномоченных полиции. На вопросы жителей города и района ответит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по городу Печоре Сергей Васильевич Хлопук, представители общественного совета. Представители общественного совета. Предварительная запись по телефону 7-17-25. На прием можно обратиться по адресу улица Булгаковой, 22, кабинет номер 17. В городском объединении «Досуг» состоится 23-й открытый муниципальный конкурс хореографического творчества «Танцующие звездочки». 31 марта конкурсные выступления, начало в 15 часов. Цена билета 200 рублей. 1 апреля гала-концерт победителей и участников конкурса. Начало в 15 часов. Цена билета 250 рублей. Телефон кассы 727-85. Уважаемые жители города Печоры и Печорского района, ритуальный дом «Вечность» открыл для вашего удобства филиал в поселке Кожва по улице Советская, дом 10А, в здании Ростелекома. Предоставлен полный спектр услуг: автокатафалк, оформление документов, зал прощаний, консультации по телефону 4900. Ритуальный дом «Вечность», Печора, улица Набережная, 36А, и поселок Кожва, улица Советская, 10А, здание Ростелекома. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центре обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.